За кого голосовали на этих выборах и почему сделали такой выбор? Голосовал за КПРС выбор, потому что хотели каких-то изменений в стране. Но, увы. Были какие-то, может быть, нарушения на участке, о которых вы слышали или кто-то рассказывал? Нет, мы ходили с женой на участок, пока все было тихо, потому что вечером были, уже 8, где-то около 8 вечера. И первый день голосования, да, ходили, вот. Поэтому там не видели ничего такого. А скажите, как вы относитесь к результатам общероссийских выборов? Насколько можно им доверять? Ну, вообще не доверяю, потому что это не выбор, это цирк был наверняка. Поэтому выбор уже, то есть все было заранее предусмотрено, видимо, и все. Как вы считаете, вот почему такие разные результаты? Вот в совхозе почти 60% поддержало КПРФ, вот, а в других регионах это не так. Может быть, люди не верят вот в социалистический путь развития, возможность такого пути? У нас хорошая пропаганда по телевизору, потому что в совхозе здесь видят все, как живет совхоз. А дальше, насколько я знаю, там идет пропаганда, что якобы коммунисты, это фейки, что они так у нас есть в совхозе. Знакомые просто, которые связаны с этими, с компанией избирательной, учителя там все. Вот они говорят, что у них это все просто картинки, все. И обычно за коммунистов там почти не голосуют, где в этих самых провинциях. Потому что не голосуют, им не агитацию скрывают для коммунистов. И все. А насколько лучше, легче, на ваш взгляд, жизнь простого человека вот в поселке нашей, чем где-то еще? О, ну, совсем другое. Здесь все красиво, все прекрасно, а дальше отъезжаешь в эту какую-то провинцию, заезжаешь, там все запущено до невозможности, просто и все. Ну, все это... поля позаросли практически, вот я насколько езжу в эту самую на родину Брянскую. Но там Мираторг пасет только коров, и все. Остальное, ну видно, что по дороге. Остальное заросло все практически. Население, я не знаю, они как там выживают, я без понятия. Может. Ну а здесь есть разница между богатыми и бедными, так вот ощутимая в совхозе? Ну, здесь, что-то я так, ощущения такого нету. Может. Всем все доступно, да? Ну да, доступно все. А там в провинциях нет, там как-то по-другому все.